Ребята, всем привет! Я вас очень рада видеть на моем канале. Я надеюсь, что это взаимно. И только посмотрите, какую классную елку я нарядила. И это все для того, чтобы хотя бы немножечко в этих влогмасах все-таки уже прибавилось новогоднее настроение, которого так нам всем не хватает. Но если вам хватает, пишите обязательно об этом в комментариях. Лично я все-таки не чувствую какого-то приближения праздника, а уже прям очень-таки сильно его хочется. Поэтому для того, чтобы поднять и себе, и вам настроение, сегодня знаете, куда мы с вами отправимся? В магазин для коллекционеров, где есть всякие гиковские штучки и, конечно же, Funko Pop. Поэтому мы с вами собираемся и погнали! Я отправляюсь в то место в Москве, которое под Новый год действительно становится волшебным. Это центральный детский магазин на Лубянке. Ребятки, я пришла в мультифандом стор и хочу здесь найти наконец-то самые классные фигурки Фанка и вообще посмотреть, что здесь есть. Пойдемте. Здесь так много всего, вообще глаза разбегаются, я даже не знаю, с чего начать. Здесь такие классные фигурки, ребята. Это я. Я вижу здесь просто супер огромную фигурку Funko Pop. Куча манги по Атаке Титанов, по Стальному Алхимику. Просто огромное количество манги, ребят, реально. Если вы это любите, заходите посмотреть, хотя бы все это потрогать, пощупать. На самом деле очень-очень много всего. Это я знаю, это Frozen Maiden. Это первое аниме, которое я посмотрела в детстве. Смотрите, сколько здесь классной одежды. И тут Sailor Moon, вообще-то кофта или что это? Давайте. Посмотрите, какой принт сзади. Вообще, это шок. Это так красиво, это так качественно, она такая плотная. Мне это надо. Ой. Ничего себе. Какая красота. Очень крутые футболки. Little Long Sleeve даже, наверное. Здесь уже начинаются фигурки Funko Pop. В основном все по аниме. Но здесь даже есть редкие фигурки. Посмотрите, Special Edition. И это все по очень приятным ценам. Фигурка Гэндальф, пожалуйста. Он еще серый, еще не белый. У него даже сменные лапки есть. А это Пеннивайз из Оно, каких-то там бородатых годов, 1980-х, не знаю, в общем. Но фигурка очень детализированная. Прямо у него каждая складка на одежде проработана. Это свитер с Дэдпулом. Это же Дэдпул? Да? Мне кажется, мне идет. Тут написано, что это на 14-15 лет. Берем. Извините, но я должна это сделать. Но мне бы побольше размерчика, но, к сожалению, здесь побольше нет размерчика, только один остался. Видимо, очень-очень всем нравится. Много всего по Звездным войнам. Смотрите, какая классная книга по семейке Адамс. Я очень хочу посмотреть, что там внутри. Здесь все этапы создания мультика, разные секреты. Невероятно красивое издание. Коллекционное, подарочное для тех, кто любит семейку Адамс. Посмотрите здесь, как все создавалось. Я обожаю такие книги, на самом деле, где можно посмотреть этапы создания. Огромное множество фигурок по Звездным войнам. Смотрите, какой классный люк. Розовый, с маленьким Грогу, с сердечками. Это моя остановочка. Harry Potter. Это гостиная Гриффиндора. Здесь есть картины, всякие мелочи классные. Лягушка, шоколадные книги. И здесь два маленьких персонажика. Это Гарри
и Рон. Огромная 3D-карта. Косовый переулок, насколько я знаю, она разворачивается, и там реально объемные, огромные, классные детали. А это классный подарочный набор. Здесь сундук Хогвартса внутри, как я понимаю, книга, бутылочка, карта мародеров, возможно. В общем, очень-очень приятно выглядит. Новый адвент-календарь, который только в этом году вышел. Здесь 24 фигурки. По Гарри Поттеру, как я понимаю, здесь наконец-то включили какие-то эксклюзивные фигурки, а не так, как это было в прошлом году. И еще один классный адвент-календарь по кошмару перед Рождеством. Здесь все фигурки цветные, вот такие вот, как, например, Салли. У меня до сих пор в коллекции нет ни одной... О, какой хороший Джек. Нет ни одной фигурки из «Кошмара перед Рождеством», хотя я этот мультик обожаю и каждый Хэллоуин пересматриваю. А это подарочный наборчик. Здесь фигурка Фанко Попо, одного из Люта Волков, по-моему, так они называются в «Игре престолов», если я не забыла до сих пор, и футболка. Куча классных фигурок по Марвел. Человеки-пауки. Человеки-пауки. Капитан Америка, а Тор где? Он такой малыш, хорошенький, мне очень нравится. И Локи, кстати. Надо их вдвоем сразу брать, чтобы они, как два брата-акробата, стояли на полочке. Они такие малышки. Какую мне выбрать кепку? Давайте, я хочу с Пикачу, конечно. Я надеюсь, что мне идет. Кстати, да, очень даже неплохо. И рюкзак. Хочу рюкзак. Ну, рюкзак надо, я думаю, дополнять. С Пикачу тоже. Да. Готовы к школе. Ну что, давайте посмотрим, что из этого огромного стеллажа Funko Pop сегодня я все-таки увезу домой, потому что я не настроена уезжать без фигурки. Здесь есть два варианта Авроры. Я, кстати, очень давно подумываю над тем, чтобы наконец-то собрать полку диснеевских принцесс. Госпожа Эль Вудс, у меня уже одна есть в коллекции. Может быть, я буду не против еще одной. Дракула, между прочим, Special Edition. А стоит он всего ничего. Из фокуса-покуса здесь есть ведьмочка классная на метле. Я обожаю летающие фигурки. У меня Гарри Поттер такой есть. Целая полочка с ведьмаком. Это мои любимые персонажи. Есть Ниган, целых две штуки. Есть Мэгги. Мэгги я ненавижу. Это мой нелюбимый персонаж из «Ходячих мертвецов». Вот так и, знаете, запишите себе. Морфеус из «Матрицы». Вообще-то и Нео с усами. Не просто так, да? Смотрите, какой огромный Джокер. Просто огромнейший. И динозавр тоже огромный. Какой красивый. Мне кажется, он очень-очень мягенький на ощупь. И здесь рядом Funkoverse. Классная настолка с мини-фигурками Фанка. Они даже немножко больше, чем пакет. Вот такие. Вот такого размера. Мне кажется, что здесь есть реально комиксы, которые больше вообще нигде не найти. Потому что, допустим, вот эту Харли Квинн я еще нигде не видела. Харри Поттер. Здравствуйте. Хагрид, на самом деле, огромный. Я еще ни разу не видела вживую его фигурку. Он реально большой. Гарри Поттер с философским камешком. Флёр де ла Кур со святочного бала. Гарри Поттер и магазинчик с совами. Джинни Уизли. Хагрид и грявый котел, по-моему, это да. У него там еще какой-то суп в сковородке. Грозный глаз Грюм здесь также есть. Северус Снейп, мой любимый. Две Минервы МакГонагал. Ньют Саламандр, здесь его Нюхлер с монетками. И вот этот маленький палочник, не помню, как его звали в фильме. Драко Малфой, бэйби. Нюхлер. И Рон Уизли, и Гарри Поттер, и Хаффлпафф, и Слизерин. Обожаю фигурки на метлах, я уже это сказала. Смотри, здесь какой-то есть интересный снич. Так, что это такое? Копилка. Копить денежки. Харли Квинн, кстати, которая мне очень нравится. Она, несмотря на то, что маленькая, очень детализированная. У нее куча сменных ручек, у нее несколько сменных лиц. Она прям супер симпатичная, посмотрите. Обалдеть, он огромный. Какая у него большая голова. Эти злодеи Дисней, как же я их не заметила сразу. Королева супер красивая. Прям вообще правда. И Урсула. И красавица с чудовищем.
Слушайте, я, походу, реально буду собирать полку диснеевских персонажей, потому что они супер классно выглядят. Просто огромный Стич, ничего больше. Посмотрите, какие огромные книжки с комиксами. Мне кажется, что эта книжка весит примерно как... Нормально так она весит. О, можно накачаться, пока будешь понимать. Дэдпул самый огромный кирпич вообще на свете. Я такого еще не видала, конечно. Смотрите, сколько здесь бабл. Я люблю бабл, обожаю. Вообще, лучи любви для бабл. Сколько здесь их комиксов. Тагар особенно, кстати, рекомендую обратить внимание на их мангу. BTS! Ну что, ребятки, я себе выбрала некоторые фигурки. Сейчас мне их пробьют, и мы с вами дома сделаем распаковочку, и я вам покажу, что я взяла. Ну что, ребятки, я наконец-то дома и могу показать вам фигурки, которые я выбрала. Их целых три и одна очень большая и классная, о которой я давно мечтала. Новогодние праздники уже совсем скоро, и самое время задуматься о подарках для своих близких или же порадовать себя. Поэтому мы с магазином Multi Fandom Store решили подарить вам скидку 30% по кодовому слову «код». Эта скидка будет действовать в магазине Multi Fandom Store в центральном детском магазине на Лубянке. Эта скидка распространяется на определенный ассортимент, который нужно будет уточнить прямо в магазине. Акция продлится до конца декабря, поэтому вы точно успеете заглянуть в Multi Fandom Store за подарками. Ну а теперь давайте скорее распаковывать фигурки. Первая фигурка, которую я вам покажу, это Элли Вудс. Мне кажется, что я соберу абсолютно всех Эль, их всего трое, мне теперь не хватает только Эль. С ушами. На самом деле, я долго не могла определиться, какая именно мне нужна, и пришла к выводу, что мне хотелось бы всех Эль к себе в коллекцию. Это очень позитивный и классный фильм. Если вы ни разу не смотрели «Блондинку в законе», то я срочно советую это исправить. Как всегда, показываю вам коробочку, на которой изображены все фигурки из этой серии. Ну, и, конечно, саму фигурку. Эль здесь также в очках, как и в предыдущей версии с собачкой, которая у меня уже есть. Это очень классная и симпатичная, детализированная достаточно фигурка, которая будет прекрасно смотреться на полке. А следующая фигурка — это Флёр де Лакур со святочного бала. Да, я знаю, что я говорила, что не люблю Флёр де Лакур, но перед фигурками просто не могла устоять. Вы знаете, что у меня уже есть Флёр в версии со шляпкой синей, а теперь еще будет и со святочного бала. Ну, она просто прелестная. Конечно, я не могла уйти из магазина без фигурок по Гарри Поттеру, потому что эта коллекция у меня постоянно пополняется. На коробочке у Флёр здесь изображены все фигурки из этой серии. И да, теперь, как я понимаю, мне придется собирать весь святочный бал. Первого взгляда может показаться, что фигурка не такая уж детализированная, но только посмотрите на эту заколку на прическе. Она совершенно великолепна. И я думаю, что в скором времени все-таки мне придется купить второго Эдварда Каллена в коллекцию, только уже в вариации Седрика Диггори из Гарри Поттера. А сейчас я вам покажу фигурку, о которой я мечтала очень долго. Миллион раз я на нее заглядывалась, но все никак не решалась добавить к себе в коллекцию, но наконец-то настал этот час. И это Клык вместе с хижиной Хагрида. Я вообще очень неравнодушна к фигуркам животных. Мне кажется, что они очень милые. У меня есть сова Букли, я ее просто обожаю. А здесь это просто огромный дом, еще в комплекте вместе с Клыком. Эта фигурка из серии Pop Town. И я могу сказать, что хижина Хагрида больше, чем Хогвартс Дамблдора, который стоит у меня на полке. Кстати, эта фигурка из той же серии, что и Флёр де Лакур со святочного бала, которую я вам показывала. Здесь проработано все до мельчайших деталей, хижина выглядит действительно потрясающе и будет прекрасно смотреться на полке. Ну а Клыку теперь не хватает только его хозяина. Кажется, скоро моя коллекция пополнится еще и Хагридом.
Ну и, конечно, я напоминаю, что при покупке в Multi Fandom Store в центральном детском магазине у вас будет скидка 30% по кодовому слову «Кот», а все подробности, как всегда, в описании. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какая фигурка вам приглянулась больше всего и кого бы вы хотели добавить к себе в коллекцию. А мы с вами увидимся уже совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока!